Всем приветики, мои секретики! И вы сейчас на моем канале Секрет Тока. И сегодня я вам покажу, как мы поедем на поезде к родителям Лео. Я еще с ними ни разу не виделась в реальной жизни, только виделась по интернету, и Лео мне о них так немного рассказывал. Но я хочу познакомиться с ними поближе, так как все равно мы уже пара и как бы пора. Так что давайте не будем затягивать и поскорее начнем. А также с нами еще поедет и мой младший брат Майк. Лео, ты проснешься или нет? А, ой, просыпаюсь, да. Давай, вещи уже пора собирать так-то. У нас час остался уже до выезда. Сейчас. Давай. Привет, мам, привет, пап, привет, Майк. Привет. Привет, дочурка, привет. Всем здравствуйте. Здравствуй, Лео. Здравствуй, Лео. Здорово, ты бык или корова? Ладно. Так, ладно. Да ничего. Молодец, пацанчик, учись. А сейчас поехали с нами. Ура, ура. Ой, ладно, оставляю его тебе. Да, мы постараемся за ним с Лео присматривать очень хорошо. Ну, давайте, гадайте. Что ты говоришь? Да так, ничего. Ладно. Так, в общем, мы поехали. Да, хорошо. Удачной вам дороги, веселитесь и отдыхайте. Спасибо. Спасибо. Так, Лео, заберешь чемодан? Да, конечно. Майк, пойдешь сам. Ну вот, опять смогу идти. Подожди, еще не иди. Ладно, все, пока-пока. 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 Так, ну вот, все, мы пришли в самый ближайший магазин. Пойдем здесь закупаться? Да. Так, значит, Майк, мы тебе даем сумочку. Мы сейчас будем подходить к тебе и собирать в эту сумочку еду, которую будем брать в поезд. Хорошо. Так, что же взять? Ну, конечно же, я возьму свою любимую кока-колу. Майк, держи. Что мне взять? Я возьму, наверное, вот такое молоко. Майк, держи. Так. Что же взять? Возьму шоколадку. Еще игрушечку. Еще-ка я возьму аузика. Класс. Еще возьму-ка я вот это. Так, я все собрал. А мне что? Ой, точно, тебе же сок забыли. Сейчас, тебе с трубочкой или в стакане? В трубочке. Окей. Так, в трубочке я неправильно сказала, в коробочке. Вот, все, держи. Спасибо. Все, пойдемте уже, а то мы сейчас опоздаем на рейс. Мы уже все купили. И, кстати, что-то как-то дорого все обошлось. Ну, ладно. Наверное, снова завысили все цены нам. Ну вот, все, мы уже зашли в купе. Сейчас будем разбирать наши вещи. И уже, получается, искать себе места, где будем спать. Здесь хочу. Нет, здесь. Так, все, успокойся, Майк. Сейчас мы найдем тебе место. А что это у тебя на голове? Шапка. А что это за шапка такая? Да пустая шапка, какая была... Такую взял. Ясно. Значит, я буду спать на втором этаже. А я тут на втором. Нет, Майк, ты еще маленький, чтобы спать на нем. Я не хочу, чтобы ты потом ночью упал. Да я не упаду. Конечно. Нужно все равно осторожно. Поэтому ты будешь спать снизу, вот тут. Ладно, не обижайся, Майк. Я тебе дам поспать наверху, но только с моим разрешением. Хорошо. Так, а теперь все, хорошо. Давайте раскладываться. Стой! Так, Майк, ты что делаешь? Прыгаю. Не надо прыгать. А почему? Потому не надо, я же сказала. А почему потому? Не задавай глупых вопросов. Это не глупый вопрос. Так, все, Майк, ты меня замучил. Лео, что? Хай! Хай. Что делать будем? Я не знаю, что ты предлагаешь? Показать себе свою шапку. Да я... Ну ладно, показывай. Лишь бы ты чем-нибудь занялся. Вот какая.
О, это такая какая-то киска. Да, это шапка-кишка. А как ее зовут? Не знаю, никак. Это же шапка. А, вот как. Ну, ладно. Очень приятно познакомиться, шапка. Мя-мя-мя. Ну, она же шапка. Почему она тогда говорит? Это я говорил. А, ну да, я совсем, наверное, отстаю от моды. Так, Лео, у нас проблемы. А точнее, ЧП. Что за ЧП? К нам еще какие-то бабушка с дедушкой заселяются. Чё? Копчо. Так, Лео, займитесь чем-нибудь. Пускай Майк не будет орать, пожалуйста. Я не хочу, чтобы он показался таким невоспитанным при чужих людях. Ну окей. Без проблем. Так, ладно, все, по своим местам. А мы в полицию играем? Ну, не совсем в полицию, но ты знаешь, как в нее играть? Да. А, ясно. Там, что ли, нужно так же на свои места, что ли, прятаться какие-то? Нет, там кто-то повторяет преступника, он должен... А кто-то полицейский, и он убегает. Так, все, стоп. Стоп, пожалуйста, Майк, я все понял, спасибо большое. Ой, здравствуйте. Здорово, ты бык или корова? Мама, Майк, о нет. Ой, какой смешной мальчик. Ты познакомься с ним, Артемка. Я думаю, он тебе понравится. Но... Ты что-то попутал, по-моему, Батшан? Ну... Что, слова у нас запаса не хватает? Майк, пожалуйста, зачем? Не надо, ты же... А что такого? Да так... Я не знаю, как ему это объяснить, Лео, что делать. Ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Давайте подумаем. Да, давайте подумаем. Здравствуйте, можно с вами поближе познакомиться? Конечно, можно. Как вас зовут? Силия. Очень приятно. Я Маргарит. Вы куда едете? А, мы на север едем. Ого, вам еще тут 3 дня целых ехать. Да, но ничего, уже стемнело. Кстати, нужно свет включить. Да, нужно свет включить, это совсем уже ничего не видно даже в этих очках. А мальчик-то у вас такой хорошенький, воспитанный, я вижу. Да, еще какой, вообще классный очень. Да, повезло вам. А вот мой вообще даже привет сказать не может. А это такой храбрый. Молодцы, что воспитываете такого сына хорошего. Да, сына. А что-то не так? Я попутала? Это на самом деле мой брат. А, брат, простите. Ну ничего, просто так похож на вас. Да, спасибо огромное. Ой, ладно, уже пойду спать. Спать? О, нет. Это точно сейчас будет капец. Сопли. Майк, иди ко мне. Не хочу. Ну, пойдем. Нет. Ну, куда ж ты? Подожди. Спать хочу. Спать? У него что, насморк? Блин. Ладно, если что, вылечим там. На севере? Ну, да. Но, Силе, как бы на севере, между прочим, холодно. Ладно, давай не будем зацикливаться. Сейчас нужно лечь поспать. Да, я тоже так считаю. Иго-го, иго-го! О, боже, вот это собственный петух появился. Ого, как же ты похож на петуха. Молодец, мальчик, всех разбудил. Ага, я такой. О, господи, ну зачем будет? Тихо, тихо, дорогой, иди ляж уже. О, опять. Силе, я хочу есть. Иду, иду. Извините за беспокойство. Да ничего, ничего. Так, что будешь есть? Я хочу шоколадку. Шоколадку? Мы не покупали шоколадку. Я купил. В смысле ты купил? Ты положил в корзину? Да. Ну ладно, что же поделаешь. Буду тебя с ним весь день, всегда. Так, Лео, просыпайся, уже пора завтракать. Окей, ща. О, доброе утро, малыш. Сейчас ты, малыш. Ой, доброе утро. Ну ладно,
Ой, а откуда у нас арбуз? Я купил. Ты купил? У меня деньги были от коня. Ясно. От иди. И от коровы. Да-да, все понятно. Съем арбуз. Это мой арбуз. Прости, малой. Я не малой. Ну, извини, пожалуйста. А я журнал буду читать. Ты умеешь читать? Да, я умею читать. Короче, ешь уже. Окей. Опять ты свою кока-колу пьешь? Ну, ты же говорил, что уже сядешь наконец-то на диету. Ну, Лео, нельзя же столько много неполезной еды пить и есть. Просто зачем, Лео? Ну, просто мне нравится очень сильно эта кока-кола. Ну, правда, сильная, но она очень вкусная. Ай. Ты сама шаурму купила. Ну, шаурма не такая неполезная. Я в интернете читала, то что кока-кола полезнее, чем ваша эта шаурма всякая. Ладно, все, иди. Посижу-ка я в Инстаграме. Инстаграме? Ну да, что? А я тоже хочу. Ну давай вместе посидим. Да. Так, ну что тут у нас? Вау, посмотри. Так, ну что же. О, можно же отдать эту машинку Майку, и у него будет чем заняться. А это хорошая идея. Майк, хочешь поиграть? Возьми вот эту машинку и кошку. Нет, не хочу. Мы в Инстаграме сидим. Ничего себе. Лео, это ты его такому научил? Ну да, что? Должен же уже начинать когда-то познавать взрослый мир. Ему только 5 лет. Ну ничего, да? Да. Вот видишь. Ой, ладно, делайте, что хотите. Ой, хахашечкой пахнет. Фу, Майк, Силья, где что-нибудь, какая-нибудь брызгалка? Кто здесь навонял? Что здесь происходит? Что за свинарник? Да я сам не знаю. Да что вы не паритесь, все пойдет. Надеемся. Ой, надо в туалет. Что тут так шатает? Майк, ты где был? Мы тебя уже с Лео просто обыскались. Я в туалет пописал. Тихо, ты потише говори, тут же люди другие посторонние есть. Ой, да я все равно ничего не слышу. Если бы не слышали, не говорили бы сейчас это. Ой, простите, пожалуйста. Так, а ты руки помыл? Нет, там нет раковины. Как это нет раковины? Я не знаю, как-то нет. Ну, в это я не верю. В каждом поезде есть раковина. А посмотри, вот я там с унитазом. Вот сейчас и посмотрю. Ладно, идите. Ну и где, ты говоришь, раковины нет? А там не было ее. Не было? Нет. Это менеджер приезжал. Ну, ты, конечно, уже ТикТок пересмотрел, что ли? Ну, да. А, ну, так по тебе и видно. Столько слов новых знаешь. Так, ну что ж, а теперь мой руки. И сок попьешь сначала. Давай, тщательно мой. Окей, все. Ну и хорошо. Теперь можем спокойно идти. Да. Подожди! Ну и на этом наш видеоролик подходит к концу. Если он вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а также ждите вторую часть с этой поездки в поезде. Всем пока-пока и до новых встреч! Всем приветики, мои секретики! И вы сейчас на моем канале Secret Talk'а. И сегодня у нас будет вторая часть видео, как мы едем на поезде к родителям Лео с моим младшим братом. Что ж, давайте не будем затягивать и поскорее начнем. Майк, ты в курсе, что ты спишь не на своем месте? Ой, да ладно, ничего страшного, у нас там тоже дед спит на не нашем месте. А, ну тогда точно ничего страшного. Спи, Майк, спи. Да уж, веселая поездка. Так, кто будет шаурму? Я. Конечно же я буду, ты же мне покупала, Силья. На. Быстро. Так, где ты, моя шаурма? Твоя шаурма на столе лежала. А теперь куда она делась? Уже Майк съел. Надо было быстрее идти. Майк, в смысле, ты все съел? Да.
Ой, ну ладно. Лучше надо было идти. Какой дерзкий стал мальчик. Наоборот. Правда, Лео, нужно меньше своей кока-колы пить. Да вы достали уже оба. А мы школу приедем? Ну, еще денек. Пройдет еще вот завтрашний день, и мы уже приедем. Ну, конечно. Ну, а теперь давай побыстрее ложись спать, чтобы побыстрее уже это время все прошло. Окей. Вот сюда. Майк, не на второй этаж, на первый. Нет. Ладно, спи на втором этаже. Давай. Ну все, Силия, я уже хочу спать. Ну все, давай, держи Майка. Ложитесь спать вместе. И я. Спокойной ночи. Спокойной ночи. О, олень. Где олень? Да там просто водитель тупит. Ясно. О, собачка. Где собачка? Да там просто опять водитель приехал. Ясно. Медведь! Да я не проведусь уже на твои такие шутки. Там реально медведь. В смысле? О, реально медведь, прячься! Хочу посмотреть. Ладно, смотри. О, кока-кола. Сладенько. Беру-ка себе. Так, где моя кока-кола? На, пей. Что-то не пьешь. Так, кто тут у меня тратит свою кока-колу на шапку? Ну, не я точно. Ну, дай-ка, пожалуйста. Не-а, это моя. Это моя кока-кола. Нет, это я ее первый взял. Стой, Майк, ну подожди. Нет. Ну, Майк, тихо! Остановились все! Не смешно. Ясно. Так, пожалуйста, не мешайте спать людям. Как они меня уже достали. Да это они нам мешают. Ну да, серьезно. Сама послушай, как он хлопит. Еще и кашляет. Ну да, ну да. Уж догонялки Майка с Лео намного лучше, чем этот храп и кашель. Поскорее они бы ушли отсюда. Согласна с тобой, Майк, на все 100. Я тоже. О, а вот и наша остановка. Пойдем. До свидания, дорогие добрые наши гости. До свидания, до свидания. До свидоша, прикус. До свидания. Ну, ты, конечно, Майк, рулишь. Ты прям загадал желание, и оно исполнилось. Все мечты сбывались. О, одевайтесь. Мы же уже через час приедем. Нужно подготовиться, потому что уже и в поезде становится холодно. Так, одевайся, Майк. Ты вот в такую вот куртку. Неудобно как. Все удобно. Тебе же мама это все собирала. Да нет, она не собирала. А кто тогда тебе собирал эту куртку? Это ты собирала. Как я-то? Я вообще в другом доме была. Да нет. Так, где моя куртка, Силия? В рюкзаке. Попью кока-колу. Ну, может, отдашь кока-колу мне? Это моя кока-кола. Ладно, ладно, все, прости. Ну что, ребята, мы уже готовы выходить, но нам еще ждать целый час. Зачем меня вы так рано одели? Да мы все так рано оделись, Майк. Да, мне тоже так-то душно. Ну, самое главное, что мне душно. Ну, ладно. Ну, скоро приедем, не переживай. Посиди еще на оленей, посмотри. Ага, ладно, я пойду. Бегемот! Какой бегемот? Это плавный бегемот. Ну что, ребята, на этом мы пока что... Плавный бегемот. Ну что ж, на этом, я думаю, можно заканчивать наш видеоролик. Всем пока-пока. Если он вам понравился, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а также ждите скоро следующий влог с севера, где мы наконец-то познакомимся с родителями Лео. Ну а также Майк тоже познакомится с ними. Пока-пока. Пока-пока. Куда ты опять побежал, Майк? Майк. Ясно, он спит. Всем пока. Пока.
И снова всем приветики, мои секретики. Вы сейчас на моем канале Секретока. Здрасте, молдасте, жабу покласти. Всем привет. В общем, мы уже приехали на север. Да разве это север? Это джунгли какие-то исторические. Майк, не пали контору. В общем, мы поехали уже к родителям Лео в квартиру. Поехали быстрее, а то уже холодно. Хорошо. Вау, какой вид. Аккуратней. Пойдем. Ну пойдем уже, мне не терпится их увидеть в реальности. Хочу, ну пойдем. Хочу есть. И мы обязательно поедим, конечно же, Майк. Да. Ой, ну все, звоним. Так, кто там у нас? Силия, Лео и еще... А я Майк, приятно познакомиться. Ой, какой же хороший мальчик, мне тоже очень приятно с тобой познакомиться. Ну, проходите. Здравствуйте, мне очень приятно вас увидеть, потому что я об этом, если честно, мечтала. О, ну не надо. Привет, мам. Привет. Муа-муа. Ну все, проходите. Здрасте, молдасте, жабопа. Здрасте. Алло, гараж, я Дора. Приятно познакомиться. Я Майк. Ничего себе. А что это у тебя за кот на голове? Шапка. Шапка? Я не верю. О, здравствуйте всем. Привет, сынок. Привет, папа. Здравствуй, Силия. Здравствуйте. Очень приятно вас увидеть уже в реальности, а не на каком-то экране компьютера или телефона. Ну что же, давайте, проходите. Есть, пистолет. Здравствуйте. Как вас зовут, молодой человек? Я Майк. Очень приятно, Майк. Что у тебя за шапка на голове? Это кот. Пойдем за стол. Да. Ну вот все, присаживайтесь. Мы вам тут испекли вот такие пироженки. Да, я сама пекла. Вау, какие красивые. Кушайте. Опа. Майк, мы тоже хотели с Лео поесть. Я больше всех. Поголодался. Я очень пожевливый. Это мы уже поняли. Да. Давай играть? Давай. Я привез машинку. А у меня вот больше игрушек. Смотри, сколько у меня их. А у меня тоже есть в чемодане. В чемодане? Нет! У тебя нету столько игрушек, все равно, как у меня. Есть. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Да. Лео, открой мне чемодан. Ладно, сейчас. Так, вот. Смотри, сколько игрушек. Вот какой даже ленивец есть. Человек. Пришелец. Робот. Акулита. Вот сколько. Ну, у меня все равно больше. И еще машинка. Ну и что? У меня тоже есть игрушки. Можно я тебе тоже покажу? Да. Давай. Давай посчитаем, чем больше. Моих все равно больше. Моих. Нет моих. Нет моих. 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 Тихо прекратили спорить. Что вы тут разругались-то все? Просто он, Майк, не верит, что у меня больше игрушек. Дора, прекрати, не нужно спорить, у кого больше игрушек. Просто возьмите и играйте. Ну ладно. Будешь с моими игрушками играть? Нет. Дора, спокойно, не плачь. Что случилось? Он не хочет играть с моими игрушками. Потому что у меня есть свои. Так, ну подождите, Майк, давай вы будете делиться игрушками, она тебе свои покажет. Ты свои покажешь. Ну, мы уже показали. Ну, если показали, то показали. Пойдем играть уже. Да, пойдем. То к чему, сама не знаю. Вы переодевайтесь, а то спарите сейчас. У нас дома-то очень жарко. Топ, топ, ну, топ, хорошо. Я пришелец. Топ, 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 я пришелец. Я вообще летаю в воздухе. Я на летающей тарелке. А у меня тоже есть вот такой вот, вот тоже пришелец непонятный. Вот, топ-топ-топ. Ну, можно
Можно я вас познакомлю для начала со своими подписчиками? Конечно, можно. Маму Лео у нас зовут Мэдди, а папу Лео зовут Боб. Вот так вот. Ну, может быть, теперь сходим куда-нибудь? О, точно, мы же хотели вам предложить вместе с Бобом сходить на гору, покататься на лыжах. И на ледянках можно. Например, дети будут кататься на ледянках, ну а мы можем и на лыжах. Да, это прекрасно. Ложите ваши рюкзаки и пойдемте быстрее. Дора, иди сюда. Да, мама. Пойдем одеваться на улицу. Ура! Ты у меня что ли куртку своровала? Нет, это моя, мне мама такую купила. Это, наверное, ты у меня своровал. Нет. Майк, одень вот такую вот шапочку, чтобы не замерзнуть. Под костюм. Да, видишь, какой ты прикольный. Да. Ну все, можно идти. О, Лео, ты тоже без шапки. Тебе тоже ее нужно одеть. Надевай. Ну, Силия, я же не маленький. Какая разница, в каком ты возрасте. Главное, чтобы тебе было тепло и хорошо, чтобы ты не заболел. Вот наша доска. И вот наши лыжи. Еще палки нужно взять. Ты возьмешь, дорогой, палки? Да, конечно. Все, готовы к бою? Да! Так, я вас заберу, мелкие. Мы не мелкие! Ой, ладно, боюсь. Пойдемте. Чувак, а можно блинчики? Абрамские. Ты правда хочешь блинов? Да. Ну ладно, сейчас. Тебе с чем? С черникой, вишней или со сливками? Со сливками. Окей. Вот твой блин и готов. Спасибо, Булат. Не за что. Обращайся. Снячно. Ой, зефирки. Так, ну что, все готовы? А где Майк? Майк! Я тут. А, все хорошо. Потерялся. И не почаялся. Ага. Так, я отправлюсь с ними, значит... туда, где... Ну, короче, на ледянках кататься. А ты знаешь, где это? Ну, конечно, плохо, но ладно. Давайте покатайтесь сначала с Лео на лыжах. Я на лыжах. Нет, не ты, Майк. Мы с вами поедем на ледянках кататься. Ура! Еще я первый. Подожди, Майк! Что ж, на этом наш видеоролик подходит к концу. Если он вам понравился, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а также ждите вторую часть. Всем пока-пока! Всем приветики, мои секретики! И вы сейчас на моем канале Секрет Тока. И сегодня у нас вторая часть видео «Как мы гостим у родителей Лео». Давайте не будем затягивать и поскорее начнем. Майк, стой! Ну вот, Майк уехал без нас. Ничего, сейчас приедет. А вот и наше место. Угу. Я же говорил, что я первый. А мы вторые. А я первый зато. Ну все, пойдемте. Юху! Ви! Юху! Я первый. Ну и что, я сейчас буду первая. Ай! Эй! Уронил мою ледянку. Я первый. Нет, я первая. Нет, я. Я. Ха, твоя ледянка упала. Ну и что? Ну и то. Ну я его догоню. Так, ты на лыжах, держи палки. Вот так, все аккуратно. Я буду на сноуборде. Ну что, поехали, Силе? Я после тебя. Ладно. Вау, как круто, еху. Фух, была не была. А-а-а, господи. Нет. Я вообще не умею. Боже. Помогите. Ты, мне кажется, больше боялась, чем спускалась. Наверное. Но это так страшно. Но зато как круто. Ну да. Садимся. У-ху! Ну мы все. Все? Накатались? Да. Я лучше стойку волки покатаюсь. Нет, то нельзя. Можно. Нет, стойте. Ой. Ой. Ну
я вас догоню, малышня. Ну что, попались карапузы? Пойдем скатываться. Пойдем. Ю-ху! Дора, нет! Их нужно бежать ловить, я пойду. Вы в порядке? Да! Это было так круто, Леон! И быстро! О, мы сова, видим. Смотрите, сова катается. Я с тобой! Ну, что вы творите, малышня? Так, я ничего не пропустила? Конечно, ничего, миссис Мэдди. Мы тут. Сова! В смысле? Вы дольше меня, что ли, ездили там? Нет, они скатывались с этой горки сова. На сноуборде. Да мы поняли уже, что там сова. Хватит, Майк. Так, ну что, куда пойдем дальше? Давайте пойдем перекусим. Опять перекусим? Да. Ну ладно, пойдемте. Так, кто первый сядет за стол? Я. Нет. Я уже сел. Ну и что, я тоже уже села. Я первый, а ты вторая. Ну и ничего. Здравствуйте, можно нам, пожалуйста, что будет Майк? Майк будет Кока-Колу. Нет, да. Нет, я буду острый перец. Какой острый перец, Майк? Тебе его нельзя. Ну тогда гамбургеры и картошку фри. Окей. Так, значит, гамбургер, картошку фри и Кока-Колу. Хорошо. И также еще одну картошку фри и лимонад. Два лимонада. Хорошо. Два лимонада отменяйте, Кока-Колу. Хорошо. Ну вот, опять ждать. Ну и ничего, подождем 5 минут и все. Пойдем пока что в магазин сходим. Пойдем. Давай купим себе маску от пыли. О, давай. Мне синюю. А мне красную. Ничего себе, ты укутан весь. Ну да, в костюме. Ага. Так, мальчики и девочки, давайте снимайте масочки. Нет, мы их купили. Вы не покупали ничего. Покупали. Покупали. Нет. Да. Да. Пописали. А мы купили маски. Да, вот такие. Я красную, а Майк купил фиолетовую. Синюю. Вау, а как вы купили? Мы же вроде никто карточки с собой не брал, ничего. Мы выбрали все и купили. Кстати, а наша картошка фри и гамбургер уже готовы? И лимонад. Да, уже все готово. Сейчас вам подадут на стол. Бегом! Ай. Картошка фри. А я все. Ясно. А я тоже уже все. Допила лимонад. Я, по-моему, твой гамбургер съем. Что? Ай. Нет, неправда, я не заказывала гамбургер. Пойдем посмотрим, что взрослые едят. Может, у них что-нибудь тоже сваруем. А вдруг у них острый перец? Ну и что? Это сваруем и съедим. Да. А ты зачем кетчуп взял? Случайно. Во что играть будем? Давай в игрушки. Ну, это логично. Вот моя акулита. У тебя же другая была. Нет, у меня это была. Да, это девчачья. Ну и что? Ничего, она не девчачья. Посмотри, какие зубы она типа съест. О, посмотри, какой красивый вид. О, да. О, вау. О, спутник ломает землю. В общем, вот у меня есть слаймы. О, на телепучке. Ну-ка, иди сюда. Что? Ну что ты наделал? Мама! Что вы там натворили? Мама, на меня слайм наклеили. Так, спокойно, спокойно. Вот, все отлипли. Это кто сделал? Это Майк! Майк! Да я-то опять. Я вообще в бинокль смотрю на звезды. На звезды? Тогда что там, например, за созвездие есть? И там большая медведица, маленькая медведица, средняя медведица. Я думаю, что уже пора чистить зубы и ложиться спать.
Ну что ж, ребята, на этом наш видеоролик подходит к концу. Если он вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике. А, Даша и Доша, прикольно. Да-да, спокойной ночи. Камеру включай.